Добрый день, дорогие коллеги и друзья! Я Хроменок Наталья Альбертовна, заведующая столовой «Рособоронэкспорт». Весь наш коллектив присоединяется к марафону здоровья и приветствует всех его участников. Мы расскажем о традиции проведения широкой масленицы в нашей столовой вот уже на протяжении более 20 лет. Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы, радостных надежд. Одним из главных атрибутов праздника являются блины – круглые, румяные, горячие. Именно они были основным украшением праздничного стола. Вместе с блинами хозяйки готовили медовые сбитни и пряники, варили пиво и заваривали ароматный чай. Самовар всегда оставался горячим. Мы тоже сегодня приготовили для сотрудников нашего общества вкусные румяные блины из дрожжевого теста и сбитень по старинному русскому рецепту. Пусть наши посетители почувствуют эту радость праздника, полакомятся вкусными блинами с разными начинками. Секрет наших блинов – это горячее сердце и любовь к своей профессии. Всем желаю хорошего настроения и радостной встречи весны!